Всем привет! Сегодня мой обзор о стайлере Babyliss Pro, модель BAB2269TTI. Это французская фирма, сделана в Китае. Очень выглядит красиво. Сейчас мы его достанем. Показываю коробку, тут характеристики. Но к характеристикам мы еще вернемся. Можем сразу посмотреть. 140 градусов минимальная, 220 максимальная температура. Автоотключение. Размер кабеля 2,7 метра, гарантия 1 год. В описании у меня есть ссылка на этот прибор. Вы сразу по ней перейдете на него в магазин замечательный player.ru, который вам и доставит товар. И главное, что там всегда хорошие цены. Так что переходите, посмотрите. Вот я его вынула из коробки. Еще дается гарантия Babyliss Pro книжка. Так, посмотрим дальше. Вот так здесь просто щипцы лежат. Здесь вот коврик, на который вы можете класть охлаждать щипцы. Тут инструкция. Русский язык находится на 32-й странице. Дальше тут еще на разных языках какие-то инструкции. Итак, посмотрим, что идет в комплекте. Вот коврик такой с надписью Babyliss Pro. С такой резинкой-липучкой. Дальше. Перчатки. Защитные перчатки. Вот так они выглядят. Такие прикольные защитные перчатки. Если это перчатками можно назвать. Какие-то напальцники. Как это назвать, на пальцы? Так. А в инструкции, кстати, по этому поводу написано, что... Смотрим, защитные перчатки от 110 до 230 вольт. Да. Что-то такое страшное. Так. И тоже с такой надписью Babyliss Pro красивой. И здесь, кстати, написано левые и правые. Вот так выглядят внутри. Теперь пробежимся по техническим характеристикам. Три нагревательных элемента 22 мм, 19 мм и 22 мм, изготовленных по титано-турмалиновой технологии. Так, дальше. Регулятор температуры 5 позиций от 140 градусов до 220. До 220 градусов. Переключатель включить-выключить. Ручка с велюровым покрытием. Встроенная металлическая опора. Изолирующий наконечник, вращающийся шнур. Автоматическая остановка после 72 минут. Как ее правильно называть? Либо плойка, либо стайлер. Но профессиональная плойка, да,
на Babyliss, она называется профессиональной плойкой. Длина шнура 2,7 метра. Итак, что нам говорит Babyliss по поводу этих щипцов? Сложная на вид конструкция щипцов, проста в использовании. Рабочая поверхность покрыта титаном-турмалином, что обеспечивает ей долгий срок службы. Она устойчива к механическим повреждениям даже при интенсивном использовании прибора в салоне. Тройная волна. Благодаря данной функции вы не только получаете красивый эффект на волосах, но и экономите время на укладке. Для удобства работы плойка оснащена встроенной опорой и изолирующими наконечниками, которые всегда остаются холодными. Так и рассмотрим поближе. Итак, чтобы открыть плойку, надо вот здесь, вот так, в сторону. Раз. А чтобы закрыть, главное, вот тут именно нажимайте. Не здесь, а вот тут. Чтобы закрыть, вот так опять влево двигаете рычажок. И открыть также. Главное, здесь, вот тут вот. Удерживайте. Так, посмотрим. Ну вот подставка, да, на которую вы сможете ставить щипцы. Такая металлическая подставка. Вот наконечники, которые не будут нагреваться. Так, здесь такая блестящий такой кружок красивый. Здесь блестит надпись Babyliss Pro Titanium Tourmaline. Здесь также вот такая приятная поверхность. Дальше. Вот здесь кнопка включения-выключения и регулировка температур. А вот это вот этот рычажок, который закрываем при помощи этой клавиши, так сказать. Ну и вращающийся шнур. Тоже тут с такой блестяшкой. Шнур вот так закреплен, как ремнем. Настоящий ремень вот так раз и снимается. Так, ну вот, мое видео чисто техническое, не про завивку. Так, это я показываю, как он устроен. Так, теперь включим. Вот, засветилась лампочка. Какая у меня сейчас тут температура-то? 140 градусов. А, тут уже горячее, можно обжечься. Кстати, вот эти металлические пластины по бокам, они так не нагреваются, как сами эти три нагревательных элемента. Дык. Но все равно постепенно нагревается. Так что осторожно. Не обожгитесь. Интересно, а как он подает он сигнал про нагрев или нет? Интересно, сейчас подождем, посмотрим. Кстати, тут написано, что при использовании защитных перчаток логотип Babyliss Pro должен быть направлен вверх. Так, это очень важно. Что еще тут в инструкции? Тут написано, что световой. Как нажмете, включите, загорится световой датчик и будет гореть все время, пока вы пользуетесь аппаратом. То есть тут и нету никаких сигналов, ничего, просто нагревается и все, и можете сразу пользоваться. И предупреждение, пластины становятся очень горячими за несколько секунд. Следует избегать их соприкосновения с кожным покровом головы, как только аппарат будет подключен к сети. Если вы выбрали максимальную температуру,
Щипцы становятся очень горячие. Так что все эти... Тут они их щипцами называют, то плойкой, то кто стайлером. Поэтому можно, короче, называть как угодно. Ну ладно, понятно. Так что вот, а если не пользоваться, если вы положили, то он через 72 минуты сработает система автоматической остановки, которая выключит его. Выключим. И все. На сегодня все. Подписывайтесь ко мне на канал, смотрите мои видео. И всем пока!